Добрый день! С вами музыкальный магазин Glinky.ru. И сегодня мы расскажем вам об еще одной новинке от Kurzweil. Это цифровое пианино M120. Этот инструмент относится к одной из самых популярных категорий. Это корпусное пианино в среднем ценовом диапазоне. Оно отлично подходит для домашнего музицирования или обучения, сочетает в себе достойные музыкальные качества и относительно доступную цену. Модель M120 пришла на замену популярной модели M230. Отличие заключается в более мощной начинке, об этом говорит увеличенная до 256 голосов полифония и переработанном меню, по архитектуре похожем на M115, M130, что безусловно будет большим плюсом для пользователей. Наш магазин Glinky.ru является официальным дистрибьютором компании Kurzweil в России. Приобрести инструменты можно в наших розничных магазинах в Петербурге или в Москве. Или заказать на нашем сайте с доставкой по всей России. Все ссылки будут в описании под видео. Kurzweil M120 можно рассматривать как развитие невероятно популярной модели M115. При этом 120-я модель имеет более массивный корпус, большую полифонию и струнные резонансы. Но главное различие, на наш взгляд, заключается в характере звучания. M115 звучит довольно ярко, в то время как M120 имеет мягкое звучание. И выбор модели зависит от предпочтений исполнителя. Как и у других современных пианино Kurzweil серии M, здесь есть два банка на 30 и 128 тембров, метроном, возможность записи и автоаккомпанемент. Справа все так же присутствует разъем Smart In-Out для подключения смартфона. Относительно модели M115 полифония инструмента выросла и составляет 256 голосов. А наличие струнного резонанса приближает качество звука к акустическому инструменту. В качестве клавиатуры здесь используется аутентичная фортепианная молоточковая механика. Также здесь есть 20 встроенных стилей автоаккомпанемента, 50 демонстрационных композиций и режим обучения. Встроенный Bluetooth позволяет передавать аудиоданные с мобильного устройства на пианино. Вывод звука возможен через 50-ваттную акустическую систему. Также есть возможность подключения двух пар наушников. На задней панели находятся линейный вход и линейный выход, разъем для подключения микрофона и ручка регулировка его чувствительности. Также присутствует разъем USB для подключения пианино к компьютеру в режиме MIDI-клавиатуры. Пианино выпускается в двух цветах – белый молочный и темный палисандр. В комплекте с инструментом идет банкетка соответствующего цвета и кабель для разъема Smart In-Out.